Всем привет! В этом видео 20 образов Анжелы Каспаловой, или Анжелы Ефимовой, или Анжелики. Пишите, какой лучше. А чтобы не было скучно, да и так просто, я озвучу свое мнение об этой девушке. Оно менялось с начала проекта. В первой серии мне Анжела не понравилась, мне была не близка, непонятна ее история. Она могла с 18 лет уйти от мамы, тем более работала, и жить в чистоте. Могла прибраться. А может, это организаторы шоу поставили на этом акцент, а не сама Анжела, так как проблем у нее, и без этого, было немало. Потом мне Анжела понравилась, было жалко, когда ее без причин выгнали. Победы я Анжеле не желала, так как не видела ее пацанкой, но до финала ее довести могли бы, точно бы не сбежала. А сейчас мне Анжела нравится больше всех, после окончания шоу она ведет себя лучше других девочек. Правильно одевается, правильно говорит, без пафоса, правильно мыслит. Очень подкупает, что она такая, какая есть. Нравится, что у нее хватило мудрости помириться с мамой. Очень хочется видеть Анжелу, слушать ее шуточки. А это значит, что она бы была очень хорошим блогером или ведущей. И надо начинать сейчас, так как потом она, как и другие пацанки, уйдет в бытие. Еще Анжеле надо идти на топ-модель по-украински, раз по-русски нету. А еще можно сходить на шоу «Холостяк». Для такой, как Анжела, много дверей открыто, было бы желание и уверенность в себе. Анжела, привет, если смотришь. Подписывайтесь на канал, до скорого.